Прямо сейчас в стенах центра «Мой бизнес» в Чебоксарах проходит награждение победителей первого республиканского конкурса специалистов по связям с общественностью «Профи-21». На конкурс прислали 79 заявок, но в финал вышли лишь 32 человека. Это те, кто работает в различных организациях пиар-менеджерами, маркетологами, пресс-секретарями. Сегодня конкурсанты впервые встретились друг с другом очно. Чтобы выявить лучших, организаторы подготовили задание – придумать пиар-проекты по продвижению имиджа и брендов Чувашии, а затем составить качественный пресс-релиз. Участники предлагали самые разные идеи. Предложили даже создать комитет по продвижению детского туризма. По итогам конкурсных заданий выявят трех победителей. Но участники признаются, что даже попадание в финал конкурса – это весьма полезный опыт. У каждого разная структура, у каждого из нас разное направление деятельности, и кризисные ситуации разные, и пиар-кейсы разные. И поэтому такой обмен вдохновляет, обновляет, заставляет двигаться дальше и работать мозг отчасти.